Привет, друзья! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с сетевой дисковой пилой серии MT Line красного цвета Makita M5802, работающая с диском 185 или 190 мм. MT Line – это линейка профессионального инструмента с базовым набором функций, предназначенный для выполнения повседневных задач. Узнаем все характеристики и протестируем ее в работе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы начинаем! Makita M5802 предназначена для пиления древесины, пластика, алюминия и других материалов. Пила оснащена двигателем мощностью в 1050 Вт. Диаметр пильного диска 185 или 190 мм, а глубина пропила под 90 градусов 68 мм. Такая глубина пропила позволяет перекрыть практически все плотницкие задачи. Прочное металлическое основание обеспечивает жесткость конструкции и минимальное количество люфтов для максимальной точности при работе. Рез совершается ровно и точно. Дисковая пила M5802 поставляется в картонной коробке с необходимыми аксессуарами. Удобные фиксаторы для быстрой регулировки глубины пропила и регулировки угла наклона. Функция сдува опилок способствует хорошей видимости линии реза. При работе в помещении возможно подключение пылесоса. Также инструмент оснащен двойной изоляцией, что обеспечивает защиту оператора от поражения электрическим током во время работы, например, при попадании на силовой кабель. После работы M5802 могу сделать вывод, что это профессиональный инструмент, который справится с пилением на ура. Ознакомиться со всеми инструментами вы можете на нашем официальном сайте makita.ru. Ссылка в описании. Задавайте свои вопросы в комментариях и увидимся в следующих видео.